Друзья, всем привет! С вами Стрекс, мы продолжаем играть в Stationeers. В прошлой серии мы делали вот эту комнату. Я еще не на запись подключил вот эту дверь, чтобы она открывалась, закрывалась. И настроил также на вот этот рычажок вот эту дверь. Она сейчас залочена, и можно ее открыть. Открыть. Закрыть, плюс она лочится, и с той стороны она ее нельзя вскрыть. Вот. Плюс я тут подразмышлял и решил, что, возможно, мы сделаем вот так, слиперы. Все в одной комнате. Так как у нас все-таки круговая база, то все будет у нас по кругу. Вот. И, в принципе, здесь все вмещается. Смотрите, если мы здесь садимся, мы выходим вот сюда на клетку, ровно как раз, чтобы нас не раздавило. Соответственно, мы здесь спокойно проходим, живы-здоровы, все хорошо. Здесь, соответственно, чуть больше даже места. Вот, и мы как бы влезаем. Вот, и подключиться тут, в принципе, не проблема вообще. Можно будет по углу вот здесь кинуть, здесь вот так вот углом кинуть вот эту трубу. Ну, либо довести ее до вот здесь, скинуть вниз, подключить, вот так обогнуть, подключить сюда. Обогнуть сюда. Вот здесь через дверь мы не пройдем, да? Тогда нам лучше, конечно, в принципе, по этому, по стенке гнать. А у нас по стенке вот здесь вот такое. Здесь у нас, видите, какие стенки-то? Непростые. Стенки у нас сразу наружу. У нас они закрывают вот эти композитные блоки, которые не герметичны. Что не есть хорошо, конечно. Кстати, у нас здесь посередине, вот здесь, где я ставил, я менял на такую лампу, да? Давай мы поменяем сразу на большую лампу, нормальную. Да, хорош. О, хотя бы видно, что куда. И подтащим с вами трубы, которых нет. Которые должны быть. Вот, и подтащим, наверное, стандартно через вот эту. Так, а мы подключиться... А, подключиться тут не проблема. Тут как раз все на одной стороне. Тут только проблема вот так, да, сделать. Раз. Можно, в принципе, только слиперы вытащить сюда, а трубу основную вести поверху и ее никуда не менять. То есть мы слиперы тащим к трубе, а не наоборот. Вот так. Так, здесь у нас по стенке также мы сделаем. А у нас, в принципе, труба может даже здесь проходить. Поэтому нам особо тут... Только вот я не помню, я там делал какую-то защиту какую-то на слипер. Чтобы у нас как-то там давление чего-то там. Или нет? Вопрос. Я, конечно, могу здесь баллон поставить. Вот здесь вот. Сейчас потолок вскрыть, поставить баллон. Чтобы слиперы были отдельно. А можно этого и не делать.
Так, и вот эту, да, часть у нас надо подключить. Могу я на тебя запрыгнуть или нет? Ай, шайтан, да и так, что такой толстый-то? Так, тебе надо спилить. Так, ты подключаешься по той же схеме, значит, здесь. Ну, зря я это сделал. Так, трубы мы вывели. Так, трубы вывели, в принципе. Все, этот подключили. Тесноте да не в обиде, у нас маленькая станция, извините. Надо, чтобы всем хватило. Так, здесь мы можем так пройти, да? Так, а как мы здесь протащимся? А, ну здесь спокойно. И заодно как раз туда выходим, да? Через верх же можно? Можно. Заодно туда пойдем, вентиляция потащится, и как раз здесь нормально. А, слушайте, здесь же еще вентиляцию делать. Вентиляция, подожди. Ну вот здесь нормально все с вентиляцией, здесь тоже в принципе хорошо. То есть вот эти две клетки уже с вентиляцией. Здесь свет, сюда мы подадим. Сюда тоже подадим, в принципе, да, и здесь. Не, нормально. Так. Так. И это сюда. Вот здесь только, да? И получается, не будет вентиляции. Не очень хорошо. Так, вот здесь напрямую. Здесь тогда мы вот так делаем. Здесь вентиляцию подключим, здесь подключим. Вот здесь бы тоже трубой пройти, да? Вот это тогда нам отсюда убираем. Не совсем красиво все оно такое. Так, а зачем я сюда? А, ну, по-любому сюда вести. По-моему, много труб. Много трубок. Ну ладно.
Заодно можно сразу давление каждой из вот этих вот видеть. Кстати, вопрос. А космонавт что-то выдыхает в эту трубу? Но если даже и выдыхает, то у нас она единая. Он углекислый газ выдохнет, и он, в принципе, по балансу как раз нормально. То есть здесь в этом плане как бы не надо ничего делать. Вот. Здесь все равно больше нашей атмосферы не будет по давлению. И температура тоже общая. Так, ну все, в принципе, здесь пассивка, здесь пассивка. Здесь пассивка, здесь пассивка, здесь пассивка. Единственное, что у нас нету, получается, вот здесь пассивки, да? Ну, проблему можно решить. Ой, что за закон подлости? А, в принципе, нам все хватает. Все ровненько. Вот здесь-то она что тройная, что четверная одинаково стоит. Все. Идеально хватило. Ровно трубки. Все ушли. Вот. Теперь у нас есть пассивные вентиляции. Где-то остались, нет? Пять штук нам хватит, нет? Раз, два, три. Раз. Два. А, все равно там еще будут куда-то уйдут. Все, и здесь у нас полностью все кубики, кроме освещения, будут вентилироваться. И эта комната у нас жилая. Вот, все у нас хорошо. Плюс на вот эти... А, не, на эти стенки мы ничего не повесим, да? Они у нас такие себе. Так, нам осталось еще вот эту стенку закрыть. Закрыли. И потолочек можно в принципе уже закрывать. Ой, а что это я тут не доподключил? Не доподключил одну пипку. Косяк мой. А, это у нас отсюда идет. Все правильно. Ну ладно, трубы все равно нужны. Труб много не бывает. А теперь все подключено. Заодно как раз 19 белых у нас есть в запасе. Так, и провода, в принципе. Провода, и у нас получается модуль готов. И модуль готов. Так, а провода. Как бы я вот здесь могу? Могу. Могу. Нам все равно дверь надо подключать, да? Давайте мы в любом случае вот так идем. Дверь нам на логику не надо.
Так, все подключены, и осталось только здесь соединиться, да, где-то? У нас вот здесь сбоку, да, идет провод, насколько я помню. Насколько я помню. Да. Боковушечка. Все, по идее он рабочий. Ну, естественно, он ругается, потому что нет тут никакой атмосферы. Все. Подключились. Страшно, как в морге прям. Какие-то гробы стоят. Вот. Одной лампочки тут хватит им или нет? Или им нужно интимное освещение здесь потом? В принципе, я могу вот здесь маленькую лампочку поставить и вот здесь. Как раз посерединке. И будет такой некий... некий интим у них. Если вдруг основное освещение захотят выключить и быть чисто на каком-то таком ночном варианте. И все так, опа, раз включил, два включил, все, обойдетесь. Вот, а это уже когда что-то ремонтировать. Так, в принципе, полы можно заделывать. Вот, здесь все работает. И этот отсек готов у нас, да? Так, здесь я, наверное, сделаю эти плоские. Плоская, плоская. Здесь плоская, а вот здесь большие сделаем. Такую. Такую, такую, такую. Вот, потому что эти мы покрасим в черный, а эти пусть остаются белые. Вот, и эту тоже сторону мы покрасим в черный, наверное. А вот потолок, какой у нас там потолок-то вообще? Вот такими блоками. Потолок я бы тоже построил бы в черный здесь. Давайте тогда так же делать, чтобы все идентично было. В принципе, нам на потолок больше ничего подключать не надо. Ну, если что переделывать, то, конечно же, вскроем. О, прикольно. Прям по-космически как-то. Только единственное, чтобы мне особо тоже это не отражало, я вот это покрашу, с вашего позволения. Ой, кончилась краска. Краски много не бывает. Создадим еще. Так, и пассивочки у меня тоже покрашены в цвет потолка. Во, как-то так. Ну-ка, как это смотрится? По космическому? Ну, такой космический отсек, в принципе. Гробы стоят нормально. Маловато места, ну а что поделать? У нас, к сожалению, нет в этой игре вот таких блоков, стенок на угол. Я уже им писал, что, блин, дайте нам угловые стекла, угловые какие-то композитные стенки. Там все со мной согласны были в Дискорде, но пока ничего нам не дали. Вот. Так, где тут одна стенка, по-моему, валялась, нет? Вот, мы ее сейчас сюда запихнем. О! Как завершение нашего отсека. И это у нас слипер, да? Сейчас мы тогда переименуем. Слипер. Как-то так, да, он там? Слипер.
Слипер. Мы неправильно дверь поставили. А у нас вот этой стороны нормально читается. Вот. А с той неправильно. То есть лучше вот так читать. Ну, более правильно. Ну, по крайней мере, нам. Русскоязычным. И здесь слипер нарисуем сейчас. Правильно же, слипер? А. Слипер, да. Все правильно. Это у нас какая-то ядовитая дверь. Я-дверь композитная называется. Слипер. Прикольно. Нет, вот эти двери веселые. Они прям такие какие-то, опа. И с надписями, и с окошком, и здесь подсветка. То есть веселенькие двери. Мне нравится. Вот, как-то так. Здесь все. Все как бы хорошо. Ничего лишнего. Вот здесь можно сделать только. Здесь у нас. Нормально. Здесь у нас можно две консольки. Можно же, да? С той стороны тоже консоль, по-моему, пихать. Или. Нет, по-моему, нельзя. Или можно? Сейчас мы проверим. По-моему, на одну стенку нельзя. Да, нет, нельзя. Да нет, нельзя. Strikes русский. Нельзя пихать на одну стенку две консоли с разных сторон. И это точно. Так что, скорее всего, здесь будет красненькое, да. Если только вверху. Да. Но вверху мы не подключим, потому что здесь у нас провода не пройдут. Печалька. Так, а на этих стенках что-то можно, видишь? Не, здесь нельзя вот на этих стенках ничего пихать. Это беспонтовые стенки. О, вот здесь можно, в принципе. Здесь у нас труба там идет, да, одна? Вот здесь можно одну вывести какую-нибудь. Один параметр. Хотя, а, ну можно это, включил-выключил слипперы. Как-то так. Так, а что ее сюда? Надо ее уже туда вести и подумать, где у нас теперь будут криокапсулы. Мне кружка тут мешается под рукой. Так, криокапсула. Давайте создаем крио. Вот так вот. Крио. Криотуб. Сам ты криотуб. По сколько штук создаешь? По одной? Нам надо 4. 4 космонавта, 4 криокапсулы. С ними проще, потому что они меньше места занимают. По факту их можно чуть ли не вот здесь поставить и все. Вот так вот раз. И вот так вот два. И все. И очень даже просторный отсек для криокапсул. Вот. Либо здесь поставить две здесь, две здесь. И также у нас получается коридор. Здесь криокапсулы. И опять выходим сюда. Потому что если мы здесь делаем... В принципе, здесь без проблем сделать. И тогда у нас еще вот целый отсек. Просто мне хочется, чтобы они друг напротив друга стояли. Вот в чем фишка-то. Я прям как вот по фильмам. Так, ты вот на вот этой линии. Вот здесь, да? Во. Вот мне вот так нравится. Вот так вот нравится. Во. Они как-то, ну, как-то по-космически, что ли. С ними как бы все просто на самом-то деле. Трубу тащим, а труба у нас прям здесь где-то, кстати, по-моему.
Вот здесь у нас, да, труба? Вот у нас труба. Слушай, вообще все просто тогда. Да отойди ты отсюда, вон! И ты тоже мешаешься только. Так, вот. Так, вопрос. А я вот сюда могу повернуться? Нормально у меня все будет? Вот так вот, хопа. Здесь тогда можно прямую протащить, да, и сюда. Либо поверху. А, у нас все равно, в принципе, здесь будет стенка. И нам также мы загнем трубу. Мы же трубу здесь можем тащить. Я зря закрыл, на самом деле. Чтобы не видеть, что у нас тут вообще происходит. Вот, и вот эту трубу мы как раз протащим поверху. Нам все равно ее тащить наверх. Во. И здесь вот снизу мы вот так вот. А здесь, в принципе, вот так подключимся. Хопа. Правильно? О, вообще без проблем подключалово. Во, все, труба уже подключена. И здесь то же самое. Так, а там у нас в стенку ушла или нет? А почему ты в стенку? А, нет, тут стенка не ушла. Что-то мне глючит, что они на разном расстоянии. Да не, все правильно. Правильно же? Я вроде ровно ставил. А, у них сдвинуты это, порты, все, я понял. У них порты-то в эту сторону. Здесь, получается, порты не вот здесь, а немножко с вот этой стороны, да, поэтому порт туда ушел. Здесь получается вот так, и там уже дальше. Вон там. Что-то у космонавта сил нет добросить. Вот здесь. Ой, слушай, я так не могу через вот эту штуку. Я надеюсь, работать будет. Так, ну-ка, во, все. Какой-то жидкостью там сразу наполняется. Все, трубы мы подключили, кроме основной, да? Здесь нам надо вывести наверх. Здесь тогда мы пойдем по вот этой линии. А, только мы единственное нарушим одну небольшую фигню. Так, не совсем правильно. Точнее, здесь-то правильно, мы снизу подключились. Хотя, в принципе, здесь-то оно через пассивку вот так можно вывести. То есть вот так вот раз, и здесь пассивка. Да? Нам же еще пассивки делать. Здесь пассивки, скорее всего, не будет. Здесь лампочка. А вот просто вот эту сторону нам надо теперь переподключить. Ну, либо по низу вот так пустить, и все, как бы. Просто у нас все равно сверху будут пассивки. Так, ладно, вот это в любом случае наверх, а там дальше разберемся, как говорится. Так, а через дверь я могу, да, тянуть? В принципе, тогда тянем через дверь. Нам так даже будет проще.
Потому что через дверь мы можем в любую сторону, хоть сюда, хоть туда, вывести на те же пассивы. Да? То есть здесь я подключаюсь к вот этой трубе. Да, и дальше развожу, да? Здесь я, получается, вывожу спокойно на вот эту сторону. На пассивочку. Ну вот, нормально. Здесь есть подключение, здесь есть подключение. Здесь мигающая лампочка в случае тревоги там всякой разной, чтобы все понимали, что происходит. Так, здесь у нас подключение. Раз, два, три. Готово. Ну и дальше можно идти там туда уже. Так, в принципе, кстати, независимо от того, что тут есть, можно здесь построить сразу на пассивке. Здесь мы вот так тогда прокладываем путь. Как раз к вот этой трубе, да, подсоединяется. Она же единое целое. Единое целое. Я стремаюсь этих переподключений. Так, все. Все обошлось, я без инфаркта. Так, и в принципе тут просто одна сторона сюда идет, другая туда, да? И это сюда, а этот пойдет сюда. Опа! Вот про что я говорил. Смотри-ка, сколько тут всякого вылезло. Страйкс, он как интуиция, 1000000% у него. Раз и пересохранился перед тем, как подключиться, да? Как это было? Запланировано все. Так, хопа, и переподключился. Пересохранился. Я не знаю, что там за проблемы могут быть. Но они выскакивают. И такое количество ошибок я не хочу, как бы, копить. Так, я вот здесь сначала подключил, и у меня все было хорошо. Хорошо, давай мы просто сделаем здесь четверную. Вот так вот, чтобы было проще. Здесь тогда у нас вот такая. И здесь у нас такая же, да? Вот. Сюда. Сюда. Так, а нам нужно еще пайпа. Ой, не в ту сторону. Не в ту дырку. Здесь не в ту дырку. Значит, не здесь надо было ломаться-то. А вот тут нормально все было, оказывается. Оказывается, это я неправильно сделал. Так. На две пассивки. Здесь хватает. Сюда. Подсоединился. Все, здесь пассивка, пассивка. Пассивка, пассивка, пассивка. Так, лампочку сразу надо переделать на нормальную лампочку. Так, все, теперь нам трубы нужны вот здесь, чтобы шлюз сделать. Да? Вентиляция. Соответственно, сюда, 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 сюда. Так. Лампочка вот эта плохая. Мы поставим здесь нормальную лампочку. Вот такую. О, это светит просто как нормальная лампочка. Так, все, нам дальше, в принципе, все, что нужно, это там. Вот здесь газовые датчики всякие, это все сюда. Всякие регуляторы и прочее, все сюда.
консольки, фигольки, вот эти трубы. Вот. Так, теперь нам осталось что доделать, чтобы уж точно сдать, как говорится, этот отсек. Нам нужно сколько? Раз, два, три. Три, четыре, пять вентиляций. Пять вентиляций, шесть, семь вентиляций, да? Чтобы уж точно все было поверху готово. Так, этот отсек мы закрыли. Все, здесь мы все заделали, все ровненько. Даже если мы здесь вот это выламываем и делаем на кубик шлюз, то у нас здесь в любом случае ничего не теряется, все у нас как бы рабочее, да? Здесь у нас вообще на каждом кубике вентиляция, и все остальное у нас, в принципе, про запас. Так, с этой стороны нам осталось только стенки и двери, да? Стенки и двери. Так, это у нас не плоская, нам нужна вот такая, да? Панель, как вот здесь. Так, это тоже закрываем. Все, отлично. Осталось только подключиться, да? Так, ну вот здесь я бы на самом деле бы дверь не делал. Просто мы здесь, знаете, такие есть уголки. Если мы под уголки трубы спрячем, то будет хорошо. Я бы здесь просто вот такими, вот типа вот таких декорных сделал. Знаете, какие сейчас покажу. Если они тут есть такие. Ну вот типа таких, да. Только нам не в этой стене, а вот пэдет, вот в этой они такие крутые. Здесь вот прям такие мощные. Воу, такие. Вот типа того, если здесь вот сделать. Только. А, нет, не такие. Где-то тут есть типа геометрических, вот здесь, по-моему, да? Здесь есть такие штуки. Где-то есть не круглые, а квадратные такие. Во флат у нас просто бруски. Кстати, а брусок перекрывает трубу? Ну-ка. Сверху ты можешь так работать? А, смотри-ка, сверху можно. Но он не закроет, потому что он тонкий. Вот такой закроет брусок, да? Вот такой брусок, в принципе, закрывает. То есть можно просто перекрыть. Но проблема в том, что они один на один не кладутся. И получается, что если я закрою вот здесь и с той стороны, то я вот здесь уже не поставлю. Вот в чем проблема, конечно. Так, а вот еще какие есть. Во, вот про них я говорил. Тип туго. Только квадратненькие есть. Которые плоские какие-нибудь. Ух ты, какая стена. Ну ладно, это уже играться дальше можно очень-очень долго. Так, кабель. Кабель. Ага, провод у нас только сверху, да? Тогда придется его здесь перетащить. У нас вот здесь может проходить кабель?
принципе, по-моему, может. Да? Да, он может проходить. Чтобы просто дверь не блокировал. Да, вот здесь у нас проходил. Значит, и здесь, в принципе, мог вот с этой стороны пройти. Просто у нас тот случай, если вдруг мы захотим дверь поставить, чтобы мы это смогли, да? А, погоди, если я здесь... Я здесь не зайду. Какой шайтан? А как мне сделать? Как мне так сделать? По вот этой стенке только пойти. Тоже не прикольно. Здесь у нас труба. Откуда кабель нам спустить, кто скажет? Вот здесь можно спустить, в принципе, по вот этой стене, да? Вот, давай, наверное, так и сделаем. По вот этой стене мы спустим кабель. Нам все равно, если вдруг двери, они будут здесь, нам их подключать. Так, как нам лучше так? Как нам лучше, чтобы нам ничего не мешало, если вдруг захотим что-то там поставить, декор какой-нибудь. Давай по минимализму пойдем. Вот так вот. Все. Так, а чё вы не включились, алё? А, не, работает. Это глюк просто. Хорошо, все подключили, все работает. Получается, в этой серии мы сделали капсулы и сделали слиперы. Ну, осталось только вот эту комнату всю сделать, полы, потолки и прочее. И у нас еще даже мы подключили полностью все вентиляции сюда, по сути, чисто по этой самой атмосфере, по разводке, по крайней мере, мы полностью сделали, кроме грузового шлюза. Получается, в следующей серии делаем шлюз вот здесь, да, заделываем вот эти вот потолки, стены, полы. Здесь тоже все заделываем. И здесь вот заделываем. И здесь делаем еще один шлюз. Точнее, даже не здесь. А вот он шлюз. И все. Потому что этот коридор под вопросом. Здесь, если мы будем что-то строить, то мы, соответственно, строим. Вот. А весь круговой, вся база, круговой модуль у нас готов полностью. И можно уже запускать атмосферу. То есть, как только мы шлюзы здесь доделываем, то мы, в принципе, просто нажимаем два вот этих вот рычажка. И у нас здесь точно так же, как и на той этой. Это что такое? А, это просто палка у меня в руке. А я думал, что за глюк, почему не показывает? Это просто когда с палкой, он показывает этот... ID номер этого предмета. Все, в следующей серии встретимся. Пиши, комментируй, ставь лайки. Подписывайся на канал. И будем продолжать. Пока-пока.